Всем привет! Сегодня продолжение рубрики обзора построек с почты. Каждый из вас может очень легко в нее попасть. Для этого нужно записать свой ролик про свою постройку с озвучкой и отправить его на мою электронную почту, которая будет в описании. Итак, начинаем! Всем привет, зрители канала All Games. Я, если попаду в видеоролик, то я вам покажу вот такую вот потасяу шведскую старовестную 3B. Я попытался сделать ее максимально похожим, чем в танке, в игре World of Tanks, и поэтому я еще сделал механизм подъема. В оригинальной игре ты нажимаешь на кнопочку, и у нее вот так вот поднимается задняя часть. Можно также опуститься. Дальше. Я решил доработать ее и построить вот такой вот пулемет. Этот пулемет у нас на крыше, и он управляется, и из него можно стрелять, можно крутить пушкой, и можно поворачивать башни. Ну и дальше я вам покажу внутрь самого танка. У нас пушки, джетпаки и мечи. И мечи тут у нас. Вот, можно сесть, и вот будет все довольно видно, но я всегда их третьего лица использую. Также вот тут вот пушка стреляет, вот. Ну и вместе с этой стрелять, разбить не получилось. Ну и так даже лучше, потому что я редко с кем-то на ней катаюсь. Вот так вот взять можно и стрелять. Можно управлять с этой башней пушкой с места водителя, которая находится в самом корпусе. А если ты управляешь башней, то самим танком управлять тебя не получится. Только башней и пулеметом. На этом все. Если я попаду в видеоролик, то будет очень классно. Всем пока. Привет, Тургеймс. Это наша постройка с моим другом Глебом. Давай же мы тебе его сейчас покажем. В общем, это наше общежитие. Тут есть такая кроватка, стульчики, хлеб, тыква, тортик и конфетки. Тут даже есть рубильник, камера. Пошли дальше. Тут есть вот такая вот... Тут есть такая шлюпка с мотором. И также тут есть у нас мостик, чтобы можно плавироваться. Тут вторая шлюпка, если мы успеем добраться до той. Тут такие ракеты, можно летать. Также тут есть турбин, только мы их редко используем. Также тут есть лестница наверх, но об этом уже потом. Тут вот такая моя водительское кресло. Я управляю мотором нашей киборг-убийцы. Забыл сказать, что это киборг-убийца, а не просто лодка. Тут такое секретное место, тут пассажир будет сидеть. Да. Тут недоработочка. Также тут есть кружка. На ней можно летать. Тут есть вот ракета. Только не помню, где она у нас находится. Также тут есть такая тюрьма. Забыл про нее сказать. Тут туда мы садим людей, которые себя плохо ведут. Также тут есть такая ограда и пушка. Тут есть тоже такая ограда. Да и в принципе, я думаю, я все показал. Да, нет, забыл. Еще тут есть офис менеджера и еще вот такой способ эвакуации. Все, теперь точно все показал. Так. Ну, пока, Лугин. Надеюсь, попадем в ролик. Привет! Я построил вот такую вот ракету. Она умеет летать. И стрелять еще. Потом покажу, что она еще умеет. Полетели. Она умеет летать вот так. И у нее есть вот такие поршни, чтоб наша ракета стояла. Еще пушки и гарпуны есть. Нажимаем на клавишу W, и у нас выдвигаются поршни. Вот тут сидят пассажиры, вот тут водитель. Для записи роликов с озвучки подписчики чаще всего используют бесплатное приложение Bandicam. Ссылку на него я оставлю в описании. А на этом наше видео заканчивается. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Геймс, всем пока.